Надо взять этот город ереси. Примерно так, почти 1000 лет назад, люди умирали за веру. Спустя столетия в эту самую войну играют далеко не дети. Среди этого воинства можно найти и бизнесменов, и чиновников, и артистов. Целый год они готовятся, шьют костюмы, плетут кольчуги и тоже верят, но уже в другое. Не знаю, адреналина в конце концов. Потому что бой — это все-таки тоже адреналин. Вот примерно даже вот такой. За идею, за обычную идею, чтобы ролевое фехтование у нас развивалось, чтобы люди этим занимались. Цель игры — восстановить события крестового похода короля Ричарда, взятие города Акра. У каждого своя роль, и за несколько дней эти люди вживаются в нее, как хорошие актеры. Жена короля покрикивает на знаменосца, а англичане задираются с французами, хоть и в одном войске. Если ты знаешь историю, если ты знаешь, как себя люди ведут в той или иной ситуации, тебе проще вообще адаптироваться в жизни. То есть это коммуникабельность, это более, ну, ты лучше начинаешь понимать людей. Почти наука. Впрочем, почему почти? Бывают случаи, когда такие же люди в костюмах во время своих моделирований событий совершают нешуточные исторические открытия. Но это, конечно, редкость. Получается, культуры, традиции народов. То есть, будь то арабов, будь то там евреев, вот как в данной, там, допустим, контексте. Когда у ролевиков мир, это даже красиво. Вроде бы заклятые враги и пару часов назад били друг друга палками, теперь отдыхают у одного стола. В общем, почти как в жизни. Тут почти все настоящее, кроме смерти. Это как мечта древнего человека о рае. Пир, бой и, как финал, прекрасные валькирии, которые спускаются с небес и воскрешают воинов для новых битв.